Увесь колер мастацкой гимнастики у Могилеве областный центр примал першинство краины. Спаборництвы, где выявляют, кто с белорусок у ближайшие 10 год будет представлять краину на международных турнирах, у тым лику олимпиадах. Выключно жаночий вид спорта. Мастацкая гимнастика у Могилеве спаборництвы подобного статусу не проходили уже 5 год. Все лето поспрачаться за медали проехали 190 мастажек. Мы никогда не останавливаемся и стараемся двигаться вперед. Это первенство показывает, что детей перспективных очень много, но нужно много работать. И, конечно, сейчас конец года, немножко все подустали. Я надеюсь, что у всех все впереди. Самым дорослым 15 год у гимнастики – это початок росквиту и переход лепших спортсменок с юниорской у национальную сборную. Алина Гарнасько и Юля Евшик, ведомые мастажки, у Могилеве выступали по законкурсу. Неодноразово перемагали на международных турнирах и першинствах. Напереди подобный старт уже на дорослых спаборництвах. Как поехать на их, необходимо шмат працевать. В общем, нам надо опередить наш первый номер или хотя бы подобраться к ней, чтобы выступать на этих крупных соревнованиях. Потому что в команду попадает только 2 человека. Быть лепшими им мкнутся и могилевчанки. Сейчас несколько детей из Могилевской области находятся на подготовке в составе юниорской сборной по групповому упражнению. Лизавета Мамонова, Софья Борисевич, спортсменки Могилевской школы мастацкой гимнастики. На першинстве краины у своей узростовой группе яны завоевали 3 золотых медали, а команда в области стала другой у агульным заліку. Андрей Шуляк, Денис Бутылин, Новин регион.